Что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Играем в Dark Tide. И пробуем новую комбинацию Огрином. Так, что у нас там? Ну, немножко не проапгрейженная, но, в общем-то, дробовик, лопата и такая вот кривая через все. Работаем на сплочение, на зов врагов. Убиваем ослабленных. Чуть больше патронов. И чуть больше урона от ближнего. Посмотрим, как получится. The heretics utilize certain excise vaults as a contagion silo. Breach, acquire, return. Vault access is limited. You will have to interrogate a servitor colony. Try not to inflict damage. It is the only one of its kind left on Atoma. The contagion vials are too unstable to transport. Utilize the pneumatic conveyor. Then return. Only thing stopping us dying is that grogging junk. Was too dark, now is too light. Bunch of snivellers! We could all choose a little brightness before this world falls into shadow. Can't remember joke about dust. Too bad. Was funny. Acquire cipher item from Servitor Colony. Ask to vault and bypass our security. Proceed at once. Big enough, are you? Avoid this
Быстрее поднялся, что ли?
больно. Ammo!
Teddy bear! Cover that open now! Time to
Призывал на свою голову. Блин, открытые пространства для этого товарища не очень хорошо идут. Ну,
по мне стреляет. Блин, а? Где, блин? Thank you.
За Атому. Stay close. Closer.
Yes! Получилось. Фух! Бессмертие не обошлись, но тем не менее было хорошо. Вот. Ну что же, если понравилось, лайки, подписки, шары. И это будет вам приятно, а мне полезно. И обязательно заходите в описание, там ссылки на кооператив Дружба и Humble Russian Discord сервера. А также другие социальные сети. И, в общем-то, увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. И еще раз спасибо и пока. И помните, император хранит. О!